Домашнего задания неплохо бы посетить школу. Что мы сейчас и сделаем? С ума. На следующий день ученик положил на стол учителя конверт, что в нем спросил учитель справка о том, что я не сумасшедший. Как вы понимаете, это был тонкий намек на толстые обстоятельства. Первоклашки, несмотря на то, что они маленькие, бывают очень остроумными. Один пришел в магазин школьных принадлежностей и спросил: «Тетенька, а у вас есть клей для первого класса и тетрадки в кружочек?» Или вот он пожаловался маме: «Сегодня меня папа 2 раза выпорол». «А за что?» «В первый раз, когда я показал ему дневник с двойками, а второй, когда...»